Друзья, всем привет! Вы на канале Деревня в Подмосковье, и меня зовут Алексей. Недавно я стал обладателем алюминиевой посуды. Это посуда для приготовления кексов, приготовления пасхи, ну и также для приготовления домашнего хлеба. Но если в таком виде эту посуду поставить в духовку, то, понятное дело, мы получим пригорелый хлеб. Тот, который мы вытащим, он будет полностью весь оборван. Будет весь кусками прилипший к данной посуде. И для того, чтобы это не случилось, эту посуду надо обжечь и сделать, чтобы здесь появилась некая пленка. Ну а как это сделать, я вам сейчас покажу. Для того, чтобы выпечка не прилипала к нашей посуде, нам потребуется сделать определенный процесс. Для этого мы возьмем чуть-чуть масла и капнем сюда. После чего мы берем и полностью смазываем нашу форму. Это нужно для того, чтобы в тот момент, когда мы обжигаем нашу посуду, масло пригорело, пропиталось внутрь алюминия, и после чего хлеб не будет прилипать. Смазываем полностью всю посуду до самого верха, так как пленка должна пропитать полностью всю целиком нашу форму. Так, первая готова, берем вторую, наливаем сюда чуть-чуть масла и также промазываем все края. Это нужно делать с абсолютно любой алюминиевой, чугунной посудой, для того, чтобы у вас не пригорало, для того, чтобы не прилипало, должна быть посуду покрыта пленкой. Итак, друзья, после того, как мы нашу посуду покрыли маслом, у вас уже должна быть подготовлена духовка. Я ставлю 250-260 градусов. Снизу я кладу поднос, чтобы стекало масло, ну и сверху положу, например, фольгу. Потом беру следующую решетку и на нее поставлю формы, переверну. Ну а как, сейчас покажу, как я это делаю. В таком виде в духовке оставляю, еще раз повторюсь, при 250-260 градусах, где-то минут на 20-25, периодически обращая внимание, чтобы края наших форм приобрели такой золотистый, желтоватый или бронзовый цвет. Ну, сейчас по ходу посмотрим, что и как у нас получится. Итак, друзья, давайте попробуем сделать контрольный замер. Посмотреть, дымовуху, конечно, мы устроили, будь здоров. Надо быть аккуратнее, потому что температура высокая, алюминий. Ну вот видно, она покрылась такой вот серебряной пленочкой, и будем доставать. Ну, друзья, мы проделали процесс, подготовили наши формы для будущих выпечек, для приготовления тех или иных блюд, поэтому формы теперь можно использовать по назначению. А вам, если понравилось видео, делитесь с друзьями в соцсетях. Не забываем ставить пальцы вверх. Спасибо, что досмотрели. Всем пока!